В сельской культуре пристальное внимание. Всего в республике более 730 сельских учреждений культуры. За 4 года за счет средств республиканского бюджета капитально отремонтировали 130 клубов. Около 240 сегодня требуют ремонта. Канарский сельский дом культуры, где сейчас ведется ремонт, посетил министр культуры по делам национальности и архивного дела республики Вадим Ефимов. Культуру нужно беречь. Также необходимо сохранять дом, в котором чтят традиции, занимаются искусством и творчеством. Канарскому сельскому дому культуры уже больше 20 лет. Крыша течет, побелка сыплется, стены обшарпаны. Все понимают, что работать в таких условиях невозможно. В Канарском культурно-досуговом центре идет капитальный ремонт крыши. В прошлом году после этой аварии эта крыша начала течь раньше, хотя не текло. И для того, чтобы капитально отремонтировать крышу здания, отопление здания, сельское поселение участвовало в программе по комплексной компактной застройке, выиграли, заняли первое место. И с республики было выделено 718 тысяч рублей на эти цели. И из бюджета сельского поселения Канарского 198 тысяч рублей. Капитальный ремонт здания, обновление кровли, газификация – это лишь часть реконструкции. Клуб нужно оснастить современным световым и звуковым оборудованием, компьютерами. Необходимо продумать планировку краеведческого музея. Цены экспонаты и костюмы хранятся в неподобающих условиях. Витрины больше напоминают стеллажи в подсобном помещении. Не нашлось здесь места и для выставки известной собирательницы и исполнительницы народных песен Ираиды Вдовиной. За свою жизнь она собрала и записала более 1000 песен. Кроме того, сама сочиняла и пела. В клубе отремонтируют детский танцевальный зал, большой зрительный зал с общим количеством 300 мест. Как обещают строители, к концу этого месяца Дом культуры преобразится до неузнаваемости. Будет ждать жителей села на свои мероприятия. У нас наиболее активно работы по реконструкции и по ремонту этих учреждений культуры проводятся последние 2-3 года. В прошлом году мы капитально отремонтировали и модернизировали 20 учреждений культуры. В этом году предусматриваем 18 вот этих информационно-культурных клубных учреждений реконструировать, модернизировать. Дани Фатагирова, Александр Петров, Республика.